19 февраля Российский экономический университет имени Плеханова отметил 114-летие со дня основания. Праздничные мероприятия прошли и в севастопольском филиале одного из крупнейших вузов страны. Именно в этот день министр торговли и промышленности подписал соответствующий документ об образовании первого экономического вуза России. Более 100 лет назад бурный экономический рост привел к нехватке высококвалифицированных кадров. Не хватало экономистов, финансистов, промышленников. Именно такая задача стояла перед нашим институтом. Образовался Московский коммерческий институт, впоследствии ставший институтом народного хозяйства имени Плеханова и Российским экономическим университетом. Очень нравится атмосфера и в универе, и, конечно же, перед мероприятиями все очень волнуемся. Но дружеская атмосфера, она в любом случае помогает нам держаться, и мы готовы сегодня удивлять всех. Сегодня в Российском экономическом университете имени Плеханова обучаются более 60 тысяч студентов. Около 700 из них занимаются в Севастополе. Для своих педагогов ребята подготовили праздничный концерт. Кроме того, поздравить вуз с днем рождения пришли представители исполнительной и законодательной власти города, а также севастопольский сенатор России Екатерина Алтабаева, которая вручила директору филиала благодарственное письмо Совета Федерации. Это действительно севастопольское отделение, севастопольский филиал. И это не только потому, что географически вы здесь находитесь, а потому, что традиции этого учебного заведения на севастопольской земле, они, безусловно, уже набирают силу и имеют прочные исторические корни.